Доброго времени суток, уважаемые любители спорта! На ваших экранах еженедельное обозрение о спорт, основной темой которого сегодня станет женский волейбол. В Южном завершился финал 4-х Кубка Украины, по итогам которого обладательницами этого почетного трофея второй год подряд стал волейбольный клуб «Химик». Ну а в конце нашего выпуска уделим немного внимания мужскому баскетболу и зимнему футболу. С вами программа «О спорт». Не переключайтесь! 24 декабря определился очередной обладатель Кубка Украины по волейболу среди женских команд. Как и в прошлом сезоне, за главный приз турнира в финале 4-х поборолись тернопольская галичанка, запорожская орбита, северодонецкая северодончанка и хозяйки слета сильнейших команд страны – волейболистки Юрьинского «Химика». По четкой аналогии с прошлым годом остался прежним не только состав участников финального этапа, но и непосредственно полуфинальные пары. Программу финала 4-х открыл поединок 1-2 финала между северодончанкой и орбитой. Подопечные одесского специалиста Игоря Филиштинского оказали более чем достойное сопротивление вице-чемпиону страны в первой партии 22-25. Были очень близки к победе во второй, ведя в ней 18-11. Однако чудо не произошло, и накопившаяся усталость в стане игроков команды из Запорожья, которые проводили 5-й официальный матч за 7 дней, дала о себе знать. Второй сет орбиты был снова проигран 23-25. Далее последовала фиаско в третьем сете 19-25. И как следствие, команда из Запорожья пропустила финал северодончанку, ограничившись со своей стороны борьбой за третье место. Мы ставили задачу, знаете, как говорят, распределить, что является главным. Конечно же, хочется пройти дальше. Мы в Еврокубке успешно сыграли, обыграв боснийскую команду. Очень тяжелый был путь туда, подчеркиваю. Уже вернувшись домой, я говорю это не ради оправдания, понимаете, очки в чемпионате значимее для нас, нежели участие в Кубке. Буду говорить так, я издали подхожу к сегодняшним играм. Мы обыграли дважды Луцкую команду на их площадке, которая, в принципе, успешно играет дома против лидеров, вот, как нам показалось. Ну, а приехав сюда, чудес не бывает, в общем-то, как бы ты функционально людей не готовил, его величество, движение общее обнажилось, так сказать, многие неумения, которые есть на сегодняшний день. Вторая путевка в финал разыгрывалась в противостоянии «Химика» и «Галичанки». Здесь о как таковой борьбе пришлось говорить только в заключительной третьей партии. Да и то после того, как наставник чемпионок Украины дал возможность отдохнуть лидерам своей команды, которые сделали игру в первых двух сетах, которые завершились в пользу юрьинских волейболисток 25-12 и 25-8. Своим шансом в третьей заключительной партии подопечные Андрея Романовича воспользоваться также не смогли, капитулировав в решающий момент перед хозяйками игрового паркета со счетом 23-25. Таким образом, компанию северодончанки в финале Кубка Украины, как и год назад, составил юрьинский «Химик», а тернопольская галичанка вынуждена была сосредоточиться на борьбе с запорожской орбитой за почетное третье место на турнире. Этот матч, собственно, и открыл программу второго игрового дня финала 4-х. Забегая вперед, заметим, что приблизительно равные силы встречавшихся команд нашли свое отображение и в итоговом протоколе матча, для определения победителя которого соперникам пришлось сыграть целых 5 партий. Тон в матче за бронзу задали гости из Тернополя, которые выиграли первый сет со счетом 25-20. Однако затем волейболистки из Запорожья сумели перехватить инициативу и дважды подряд склонить чашу весов в свою пользу 25-13 и 25-16. До общей победы подопечным Игоря Филиштинского оставалось сделать всего один шаг. Но вот на него-то как раз сил у орбиты снова-таки и не хватило. Выиграв четвертую партию 25-21, галичанка восстановила паритет в большом счете на табло 2-2. А в решающем пятом сете не оставила сопернику ни единого шанса – 15-7. Таким образом, замкнув тройку призеров Кубка Украины сезона 2014-2015. Сегодня в Кубке мы неудачно сыграли, но, опять же, вот эта игра мне понравилась. Мы вели 2-1, а потом просто остановились, потому что бензин закончился. Скажу иронично, уж как есть. Горе из этого не делаю. Конечно, неприятно в канун Нового года вот так, но ничего. Ну а в матче за главный трофей, как уже отмечалось выше, встретились юрьинский «Химик» и северодонецкая северодончанка. Заявку на общую победу подопечные Сергея Голотова сделали уже в первой партии, выиграв ее со счетом 25-11. В концовке второго сета северодончанка упустила свой шанс сравнять счет. В решающий момент на подаче ошиблась Татьяна Литвиновская, упрочившая перевес «Химика» в большом счете на табло до двух партий 25-23. Третий игровой отрезок в игре двух лучших команд не только Кубка
Кубка, но и чемпионата Украины оказался последним. Он вновь прошел под диктовку юлинских волейболисток, которые, выиграв его со счетом 25-19, во второй раз подряд стали обладательницами национального кубкового трофея. Мы очень серьезно подошли к этому кубку, потому что в позапрошлом году у нас было такое, что мы как-то немножко не готовы были и не выиграли его. В этом году очень серьезно подходили к этим соревнованиям. Во-первых, дома, при такой организации, в такое тяжелое время, как бы в стране, и такую организацию сделать, благодарность огромное руководству завода, это неимоверно праздник. Я думаю, для болельщиков тоже большое спасибо болельщикам за то, что они пришли и поддержали нас. По итогам турнира сразу три игрока юнинского клуба стали обладателями персональных наград. MVP турнира признали капитана «Химика» Надежду Кадолу. Лучшей блокирующей стала Ирина Трушкина, а Александра Перетятка названа лучшей связующей. Я очень рада, что мы выиграли. Мы так, это как обычно, у нас это какая-то целая, такой настрой, такие нервы постоянно. Я рада, что команда помогла, собралась, потому что это моя явно не лучшая игра, как я считаю. Ну, девчонки такие все молодцы, такие умнички. Вот сейчас именно команда сказалась, командная игра. Настраивались на Северодонецк, большое им уважение, потому что в таких условиях команда достойно играет, и всегда с ними нельзя расслабляться. Молодцы девчонки, могу их только поздравить со вторым местом. Ну, а мы очень рады, потому что много проделано работы, и как бы это итог нашего, ну, как результат нашей работы, и мы рады, что так все сложилось для нас хорошо. Хотя эти три партии были очень тяжелыми для нас, морально и физически мы как бы уже подустали, пришлось терпеть, ну, как бы на морально-волевых. А вот на такой победной ноте волейболистки юнинского «Химика» завершили 2014 год. Год, в котором подопечные Сергея Голотова подтвердили на всех фронтах статус лучшей команды Украины. Впереди у наших волейболисток небольшой новогодний отпуск, после которого ее будут ждать новые испытания на национальной и международных аренах. Болезненным поражением с разницей в более чем 20 очков завершил очередной поединок чемпионата Украины среди мужских команд Суперлиги баскетбольный клуб «Одесса». В рамках южного дерби команда Олега Юшкина уступила в Николаеве местному одноименному баскетбольному клубу 80-101. Уже в стартовой четверти акулы продемонстрировали невиданную щедрость, позволив корабелам забросить в свою корзину 31 очко. Во второй десятиминутке одесситы, как могло показаться, сумели вернуться в игру, сократив свое отставание в счете менее чем до 10 очков. Однако сразу же после большого перерыва в игре подопечных Олега Юшкина произошел очередной сбой, который в конечном итоге обернулся для нее поражением. 32 очка в актив МБК «Николаев» в этом матче принес опытный Дмитрий Глебов. 22 балла на счету Алексея Ануфриева. В стане акул команду старался повести за собой Клим Артамонов. Однако его 20 очков и 6 результативных передач лишь подсластили горечь фиаско. Наверное, где-то мяч передерживали, где-то проиграли такие в мелочах, где-то проиграли борьбу за ничейный мяч, они его выбрали. Тут забили еще вместо минус 6, у нас опять минус 10. Ну, из мелочей все состояло. Во всех компонентах мы сегодня проиграли. Потерь больше сделали, подбор проиграли, процент хуже. То есть сегодня максимум, что мы смогли, это вторую четверть более-менее отыграть. В двух словах, быстро и коротко. Плохо, моментами очень плохо. Что защита, что нападение.
Если команда рассчитывает на какой-то положительный результат, так начинать нельзя. Пропустить 31 очко за четверть, без борьбы, без заряженности. Вроде вернулись в игру, оставалось 9, вели серьезный разговор в раздевалке. Что было в третьей четверти? 34 очка. Я думал, что 31 это плохо. Оказывается, бывает хуже. Многие моменты очень тяжело объяснить самому себе. Поэтому, конечно, можно сказать, что будем смотреть, будем разбираться. Но если игрок проигрывает 3 раза из 3 ничейный мяч, когда он у него был на 80% в руках, что тут разбираться? Это же все ясно. Очень и очень неприятное впечатление оставила игра нашей команды сегодня. Поэтому хочу извиниться перед нашими болельщиками. Постараемся, приложим максимум усилий, чтобы больше такого не повторилось. После неудачного выезда в Николаев баскетбольный клуб «Одесса» сохранил за собой довольно скользкую 8-ю позицию в табеле о рангах команд мужской суперлиги. Шанс для реабилитации перед своими болельщиками одесситам предоставится уже в пятницу 26 декабря, когда в последней встрече 2014 года «Акулы» на своей площадке примут баскетбольный клуб «Киев». Начало встречи в 19:00. Набирает свои обороты очередной розыгрыш открытого зимнего первенства Одессы по футболу. Третий игровой день турнира подарил любителям игры миллионов несколько интересных и даже неожиданных с турнирной точки зрения результатов. Начнем с самой крупной победы, которая была зафиксирована во встрече первой команды «Реал Фарма» и коллектива «Мор Академия Краян». Фармацевты забили ворота своего соперника 11 безответных мячей. Покером в этом матче отметился Александр Романчук, дублем Андрей Фаюк. По разу противника огорчили Богдан Поляхов, Максим Давиченко, Виктор Георгиев, Алексей Бондаренко и восстановившийся после травмы Михаил Шестаков. Почин представителя второй украинской лиги поддержала и вторая команда «Реал Фарма», которая в одной из центральных встреч игрового дня забила 3 сухих мяча в ворота чемпиона Одессы коллектива «Люксион». Победу подопечным Александра Бондаренко принесли точные удары в исполнении Евгения Ушакова, Руслана Зубкова и Дмитрия Сулы. В еще одном матче, который прошел на учебно-тренировочной базе моряков по улице Архитекторской, кадеты «Черноморца» расписали первую ничью на турнире с командой «Заря». 0-0. Не менее интересно, воскресный день было и в отраде. Первую победу на турнире одержал футбольный клуб «Одесса». Подопечные Геннадия Щекотилина со счетом 4-2 обыграли футбольный клуб «Атлетик». Победа горожан стала возможна благодаря дублю Артема Головина, а также метким ударам Ильи Козяра и Сергея Лозинского. «Атлетики» ответили голами 2 Сергеев – Сона и Сгуры. Наконец, в очной встрече между обладателем Кубка области футбольным клубом «Балканы» и обладателем Кубка города командой «Суханет» чашу весов в свою пользу склонил финалист аматорского чемпионата Украины. На 44-й минуте в их составе отличился играющий тренер команды, неувидающий Валентин Полтовец. А на 51-й успех «Балкан» после стандартного положения закрепил Богдан Соломаха 2-0. Таким образом, после 3 сыгранных туров турнирную таблицу открытого зимнего первенства Одессы по футболу возглавляют сразу 3 коллектива. Первая и вторая команды «Реал Фарма», а также футбольный клуб «Жемчужина». В активе этой тройки по 9 набранных очков. Расположившиеся следом «Балканы» и «Люксион» имеют на 1 победу меньше. Квартет команд в составе «Соханет», «Черноморец Ю-17», «ФК Одесса» и «Атлетик» одержали на турнире по 1 победе. Всего 1 набранное очко у кадетов «Черноморца» и «Зари». И совсем без очков, как, впрочем, и без забитых мячей, обстоят дела у коллектива «Мор Академия Краян». Игры 4-го тура открытого зимнего первенства Одессы по футболу пройдут в воскресенье 28 декабря.